Джаны были черные нейлоновые перчатки с маленькими кусочками картона, приклеенного на внутренней стороне перчаток, так, чтобы он мог просто надеть их, и эти пластинки уже были во всех местах, где он бил руками по мриданге. Потому что мриданга через некоторое время может разбить руки в клочья. И чтобы защитить руки, он надевал эти перчатки, которые можно было надеть и снять, на которых уже были привязаны пластинки в нужных местах, чтобы он мог бить по барабану весь день, не раня рук. Он играл так на барабане и вел киртан каждый день, изо дня в день. Между улицей и арати в храме он, наверное, пел киртан по 10 часов в день, изо дня в день. Я не шучу. В среднем по 3,5-4 часа после обеда, в среднем столько же вечером, и еще как минимум 3-4 больших киртана в храме в течение дня. Все вместе около 10 часов пения, что есть духу каждый день, и он никогда не выглядел уставшим от этого. Его предание было философски обосновано. Можно основываться только на сентиментах или на эмоциях. Вишнуджана был на самом деле очень философским. Он мог дать хорошую лекцию. Лочан Дас, который впоследствии до сегодняшнего дня вырезает все мурти, находящиеся в храме по всей Северной Америке, он сделал это божество Господа Чайтаньи. И с этого началась традиция иметь Господа Чайтанью. Было достаточно много посетителей, и потом мы раздали около 1000 тарелок просада в парке. То были великие дни. Эти дни были моими любимыми днями в году, потому что нужно было часами петь киртан, и где-то после 2 часов непрерывного киртана наступает определенное изменение. Это особая вещь, и это происходило тогда, когда вы ощущали, что слушаете, как ваше тело делает это, и в этот момент становится по-настоящему сладко. И потом после этого уже нужно было петь, петь, петь и петь. Были времена, когда я вел киртан на Радхаятре по 10 часов без перерыва. Это было тогда, когда та часть движения, которая занималась санкиртаной, которая и есть настоящее движение, была в полном расцвете. Прабхупада говорил, наше движение следует по двум путям, Панчарадрика Витхи и Бхагавата Витхи. Он определил Панчарадрика Витхи как все правила и предписания, связанные с поклонением божествам, по сути, то, с помощью чего преданные выстраивают свою жизнь, каждый день распределяя время на все. А Бхагавата Витхи он определил как воспевание, танцы, пиры и философия. Это в точности так, как он определил. Он просто произнес эти 4 термина. Он говорил, «Я написал в наших книгах, что наше движение имеет одновременно 2 пути, и оба они одинаково важны». Но потом в другой раз он сказал мне, «Но я скажу тебе, в этот век можно обойтись без Панчарадрика Витхи, но невозможно обойтись без Бхагавата Витхи». Так что он делал главное ударение на этом, и в этом была жизнь. Это началось прямо там, на Спрол Плаза. Это очень знаменитое место, где у студентов появилась свобода слова, и потом впоследствии это привело к антивоенным демонстрациям. Они все начались там, на Спрол Плаза. Нам дали разрешение перекрыть улицу. Прабхупада прокомментировал, что в прошлом, каждый раз, когда студенты собирались на демонстрацию, они разбивали все окна по всей улице. Поэтому они никогда не разрешали студентам перекрывать эту улицу. Телеграф-авеню — это знаменитая улица в Беркли. Но в этот раз нам позволили это сделать, и не было ни одного разбитого стекла и никаких общественных волнений. Все было мирно и радостно, поэтому местные были весьма счастливы. В то время в районе залива существовало великое сотрудничество между преданными, и мы провели много совместных мероприятий.
Я помню, как все преданные съехались на знаменитый рок-н-ролльный концерт в Алтамонте, где выступали Rolling Stones. Съехались все преданные из трех или четырех разных храмов в районе залива. И мы приехали туда накануне вечером и распространяли прасадам тысячам людей. На том фестивале были сотни и тысячи людей, но здесь, на Спрол Плаза, Господь Чайтанья Махапрабху во всей своей славе. Налини Кантха Дас. Итак, Лочан был президентом храма, а Джайананда помогал ему. Мы жили в Беркли, и мы написали Шриле Прабхупаде письмо о том, чтобы провести фестиваль для Господа Чайтаньи в Беркли. Мы сказали ему, что хотим сделать 8 транспарантов с молитвами Шикшаштаки и выставить их на улицу для всеобщего обозрения. Прабхупада написал нам ответ, он был полон энтузиазма. Он сказал: «Я хочу, чтобы все образованные люди в вашей стране серьезно поняли эти молитвы Господа Чайтаньи, и я одобряю ваш план фестиваля. К сожалению, я не смогу приехать, но у нас есть 24 таких фестиваля в календарном году. Если вам удастся соблюдать их все таким величественным образом, то тогда весь район залива станет сознающим Кришну». И мы так и установили эти транспаранты. И Джайананда, конечно же, был движущей силой всех этих замечательных праздников. Прабхупада сам не смог приехать. Ему послали огромное количество фотографий. В то время в истории Беркли было много политических переворотов. Поэтому Шрила Прабхупада сказал, что это будет противодействием, которое направит этот бунтарский дух в правильное русло и даст ему возможность выразить себя. Так что он хорошо знал, что происходит вокруг. Это все еще в значительной степени было время радикальной политики, культура хиппи и так далее. Мы все были молоды, мы все были частью этой культуры, и мы действительно чувствовали, что вписываемся в общую атмосферу. Люди приходили не то чтобы толпами, но достаточно. Но это был первый масштабный фестиваль Гаура-Пурнимы. Прабхупаду чрезвычайно удовлетворило то, что после того, как фестиваль закончился, полиция сделала официальное заявление, в котором они превозносили тот факт, что мы сделали город более спокойным. Потому что в те времена были всевозможные демонстрации, они часто заканчивались насилием, со слезоточивым газом, полицией, отрядами особого назначения и так далее. И тот факт, что группа молодых людей, которые были не от мира сего, провели свой праздник демонстрацию прямо на Телеграф-авеню, и они при этом был мирным и принес умиротворение другим, полиция очень восхвалила это. Прабхупада обожал эту цитату и цитировал ее повсюду. Во время своих путешествий по всему миру он снова и снова цитировал эти слова похвалы от полиции Беркли. Мы делали акцент на том, что Прабхупада написал одну брошюру и назвал ее «Формула мира». Он утверждал в ней, что настоящее братство возможно только тогда, когда мы признаем нашего общего отца. Джайананда танцует с хиппи. Джайананда всегда брал простых людей под свое крыло. Он был преданный, который всегда мог. У него было величайшее сердце. Для Джайананды никто не был чересчур вонючим, чересчур грязным или слишком безумным. Джайананда подбирал всех, самых низких, под свое крыло. В те ранние времена было просто само по себе то чудо, что мы все-таки проводили ее.
Нас действительно было всего лишь горстка молодежи. Также был определенный смысл исполнения миссии, пророчества, и что Шрила Прабхупада сказал нам, что это было предсказание Господа Чайтани. И то чувство, что мы были частью осуществления этого предсказания, было что-то захватывающее, особенно в те времена, когда Ратха-ятра еще не была устоявшейся ежегодной традицией во всех крупных городах. Это было первое. Это было очень-очень большое достижение. Наша санкиртана для Господа Джаганатхи и для праздника Ратха-ятры была, как вы видите, в полном восторге. Джаганатха был центром нашей жизни. Господь Джаганатха пришел к нам до того, как нам пришли Радха Лондон и Швара через Шьямасундару. Шьямасундара вырезал этих прекрасных божеств, и они, как в Сан-Франциско, были центром жизни всех преданных. Во время прасада мы даже говорили о Господе Джаганатхе, о красоте Господа Джаганатхи, Субхадры Баларамы, и мы мчались с прасада, просто чтобы усесться у стоп и петь Джаганатха с вами, Наэма Падхагами, Мхаватуме. И так можно видеть, в каком восторге поют эти преданные ко времени этого события. В некоторых случаях это было впервые, когда преданные со всех трех европейских стран собрались в одном месте. Лондонская Радха-ятра стала очень знаменитой, как ятра долгого шествия. Позже Шрила Прабхупада шел в огромном восторге или танцевал в большом восторге весь праздник. Шрила Прабхупада сказал свое мнение по поводу этой Радха-ятры. Он сказал: «Сделайте божеств такими красивыми, чтобы все привлеклись ими. Сделайте все очень роскошным». Это было указание, к которому мы стремились. Постараться сделать божеств доступным взору тех, кто видел их впервые, прохожих, усилить любовь преданных, которые уже знакомы с Господом. Как здорово видеть людей, у которых никогда не было доступа к Господу Джаганатхе. Это был настоящий период роста для Лондона. Подобно тому, как в Соединенных Штатах была расцветающая молодежь, заинтересована в духовной жизни и стремящаяся вырваться из плесени 50-х и 60-х, то же самое происходило в Лондоне в то же время. Так что нам удалось привлекать людей преимущественно с помощью святого имени Санкиртаны. Иногда это происходило через прасад, но в основном через Санкиртану. Посмотрите на них, толпы просто бескрайние. И это всего лишь после 2 лет в Англии. Первый год, в 68-м, нас была горстка. В 69-м количество увеличилось, а в 70-м даже не полных 2 года. Конечно же, приезд Шрилы Прабхупады в 69-м был катализатором. Мы были семенами, которые высаживали, а он был цветущим побегом любви Господа Чайтани. И когда он приехал, все вспыхнуло, как пожар. Это на самом деле было похоже на огненную бурю с громом, прожорливостью и скоростью огненной бури. Я помню, он написал нам несколько писем, руководя нами по Радха-ятре, и при этом он писал: «Как бы я хотел быть там». Мы знали, что не можем рассчитывать, что он будет там, но он был с нами. Не забывайте, это был пик нашей популярности в Лондоне. Нас знали все. Мы были известными. Сверкающие рекламные щиты в центре Лондона, на Лестер-сквер. Все знали про храм. Мы были частью широкодиапазонной культуры Лондона того времени, в 70-м. Джордж Харрисон был нашим другом. Джон Леннон был нашим другом. Все знаменитые люди Англии знали о нас. Мы выступали на концертах. Мы были на улице каждый день, на Оксфорд-стрит.
Можно было видеть, что к этому времени уже многие люди с любопытством хотели узнать, что это за феномен Хари Кришна. И все больше и больше индусов присоединялось к нам. Поначалу они очень осторожно относились к тому, что мы делали, и держались подальше, сторонились. У нас было несколько сердечных индийских семей, которые очень-очень помогали и были очень надежными. Постепенно большинство индусов в Лондоне начало понимать, что это все по-настоящему, что это вайшнавизм. Хорошо одетый джентльмен. Прабхупада всегда говорил, что в этом мире джентльмен может жить только в двух местах — в Индии и в Англии. Ему нравился высший уровень культуры Англии. Повсюду полицейские. Они помогали. Они помогали передвигать божеств. Потом они все сказали, полицейские, все они сказали, что это было одно из превосходнейших публичных шоу, которое им когда-либо доводилось видеть. Все вели себя совершенным образом. Они сами получили немного вкуса экстаза. Все преданные в Англии тогда были настолько воодушевлены. Это все время было таким радостным опытом, все бурлило. У них был спектакль «Гражданское неповиновение». Не самая лучшая тема. Мы были детьми. Мы не слишком разбирались в тактичности, в дипломатии, в политике. Мы сделали это для Прабхупады, потому что знали, что он будет счастлив. Дананджая играет людей Чандакази, а Трибуванат играл на мриданге из пенопласта. Мы ставим сцену, где Чандакази и его последователи нападают на группу Санкиртаны Господа Чайтани. Уличное пение берет свое начало 500 лет назад, в Западной Бенгалии, когда Чайтанья Махапрабху, самое недавнее воплощение Кришны, вывел воспевание Хари Кришна мантры на публику. Здесь вы видите вашего покорного слугу в роли Господа Чайтаньи, хотя и с современным микрофоном. Это постановка истории, произошедшей 500 лет назад в Индии. Вот это Гуру Дас, один из первых шести учеников Шрилы Прабхупады, которые приехали в Лондон и открыли храм, поет киртан. Я подозреваю, что это конец спектакля, когда Господь Чайтанья убедил Кази разрешить пение. На следующий день все газеты в Лондоне, все первые полосы были заполнены описаниями Радхаятры 70-го года. Они еще никогда такого не видели в Лондоне. Обычно, если открыто собирается столько людей на шествие, то это должен быть какой-то марш протеста. Но это было празднование. Мы послали вырезки из газет, которые описывали эту Радхаятру Шриле Прабхупаде, и он их показывал каждому. Он говорил: «Видите, мои преданные покорили Лондон». Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama